Всем привет! Сегодня мы расскажем вам, как отличить головку блока 514 евро 4, 514 евро 3 и 514 евро 2. Евро 2 и евро 3 – взаимозаменяемая головка, если устанавливать ее вот с этими отверстиями. А головку евро 2 невозможно установить на мотор евро 3. То есть визуально отсутствует только вот здесь отверстие. Вот это евро 3. Это только евро 2. Это универсальный считается. То есть она подходит как на евро 2, так и на евро 3 двигатель. А это головка блока евро 4. Сейчас мы покажем с другой стороны, где отличие. Если сравнивать головки блока со стороны выпускного коллектора, кроме маркировок, также одинаковое, только вот здесь вот отверстие, в отверстии более тонкое, пропускной канал. То есть у евро 2 он более тонкий. Это головка блока евро 4, который имеет сплошной бугель, который держит распредвал. А это головка блока евро 3 с евро 2. У них одинаковые бугеля. И еще отличие у евро 4 головки. Есть дополнительные вот два отверстия. А у головки блока евро 3 и евро 2 этих отверстий нет. И по диаметру патрубка отличается вот этот вот патрубок. У евро 3 и у евро 4 он одинаковый, а у евро 2 он меньшего диаметра. Также головка блока евро 3 бывает в комплектации с прокладкой с крепежом, идет с завода. Евро 2 не бывает такой комплектации, евро 4 также не бывает. То есть это приобретается отдельно.